Полиняли наши жизни, как картинки прошлогоднего журнала «Садовод». И на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам скособоченным кривой усмешки ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом. У заразы этой нету индульгенций, хоть безумолку белугою кричи. В изоляции ковида пораженцы и ковида протестанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим, пережидаем, и ночами строим планы на потом. Эх, сейчас бы навестить родню в Рязани, с одноклассниками встретиться в бистро, да нажарить шашлычков под муку зани, чтобы пахло майским лесом и костром. Посетить музеи, выставки, театры и на зорьке порыбачить под мостом. Изоляция – весьма весомый фактор. Пожалеть о том, что было на потом. Мы не мамонты, а значит, все вернется. Заживут привычной жизнью города. У заразы отберет корону солнце, уничтожив супостата навсегда. И когда мы вновь окажемся свободны, умоляю, люди, Господом Христом, распоряжайтесь этим, как кому угодно, только жизнь не оставляйте на потом. Распоряжайтесь этим, как кому угодно, только жизнь не оставляйте на потом.